ребята, смотри, Капа, ты уже здесь проснулась? Доброе утро всем. Привет, привет. Слушай, я забывал тебя спросить, уже ведь вон, погода такая уже, как нормально, говорить, можно сказать, нелетная. Ну, нелетная, да. Ты на садовом участке, на огороде у себя прибралась уже, все собрала? Ну, не все еще, там свеклу еще пока оставила. Да? Да. Слушай, ну я провела археологические изыскания. Ну-ка, ну-ка, чего ты там нашла? Ну, первый культурный слой дал мне поразительные результаты. Ну-ка, ну-ка. Картошку нашла. Картошку? Крупная, мелкая? Крупная, слушай, разная такая. Ой, картошка, да, на самом деле это очень забавно, если посмотреть на ее формы. Да, слушай, у меня такой, я такой вот копал, там, ручки, ножки, голова, прям глаза. Да? Ну, я вместо волос спички натыкала, и теперь это у меня украшение стола. Ох, как здорово! Как здорово! А вообще, давай порассуждаем с тобой, что можно вообще сделать с картошкой, кроме того, что ее можно сварить в мундире. Пожарить. Можно пюрешку сделать. Драники картошки. Драники. Ой, это блюд из картошки. Да, много-много. А практическое применение картошки есть какое-нибудь? Слушай, ну знаешь, что в школе делали? Ну? Мы из картошки делали печатки. Печати? Угу. Ну, вырезали-то, срезаешь картошку, потом на ней там вырезаешь. Какой узор? Ну, типа да, но я этот самый. Чего? Эту вырезал, звездочку. Звездочку, ух ты! У меня была печать, когда чпок. Слушай, опа, ребята, посмотрите, что можно искать. Mm-hmm. Если у вас вдруг переизбыток картошки, можно сделать печать. Ну, это так. Так, подожди, ладно. Второй культурный слой. Ты представляешь, я ключи нашла. Какие ключи? Свои. В третьем классе еще потеряла. Пришлось замок менять, дверь, в конце концов, пришлось новую уставить. А как ты потеряла-то? Ну, не знаю. А тут смотрю под этим, под кружовником, лежат. Ключи мои. А, это я крыжовник собирала, ключи потеряла. Отсюда Капа мораль. Крыжовник собирай, а ключ на полке оставляй. Угу. А то дверей не напасешься. Действительно. Народная мудрость. Все? Так, ну что, мы с тобой крыжовничное варенье пойдем есть? Ой, такое варенье. Слушай, я тебя угощу. Ой, с лимоном, знаешь, дело? Ой, а картошку сварим? Ну, а что не сварить? Ой, погуляем. Пока-пока.